Ситуация внештатная, обнаружен порыв. Задача – устранить как можно быстрее. Промедление непозволительно. Черепашья скорость в коммунальных делах может оставить без воды детсады и сотни потребителей. Качаем колодец по времени минут 15-20. Воды не слишком много, держать не тяжело. Автомобильная и коммунальная. Сразу две аварии. Калине на Октябрьской сегодня не повезло. Впрочем, быстро разрулили даже коммунальный затор. Гидравлический Динрус качает как надо. Что жидкость, что газы. Как обычно, газы как в погребах, так и в наших водопроводных колодцах. Газ присутствует иногда. Не во всех, конечно, колодцах, но есть места. Человек задохнуться может просто от них. Насос, вентилятор и даже болгарка. Работает на бензине и с легкостью прячется в кузов обычного газа. Таков он, высокотехнологичный прибор. Безо всяких компрессоров и вакуумных машин за считанные минуты избавил город от условного порыва. Как будет в реалиях, разве кто скажет. Честно говоря, только поступило, посмотрим. Пока, в принципе, все хорошо показало. А дальше видно будет, как оно все будет. Надеюсь на лучшее, конечно. Наталья Бернацкая, Михаил Величкин. Программа «Город».